Татами номер два. Чемпионат мира. Подгруппа Б2. Борется. Из Италии спортсмен и спортсмен из Украины. Спортсмен из Италии. Синим кимоно. Монти Мишель. И в белом кимоно Воловик Кирилл из Украины. Вверху за выход в полуфинал, то есть та встреча, которая будет выиграна, будет бороться француз и казахский спортсмен. А внизу определяются еще два человека, которые будут между собой бороться в следующем круге. И они будут бороться. Четыре человека остается в этой подгруппе Б. Двое уже определились, француз и казах. Четвертьфинал. Два человека, один, больше мне по закону не рисует. Я переведу про что, видишь, снимаю. Я вам говорю, что. Понимаешь? Он снимает спокойно. Понимаешь? Я пошел в колесо, да, еще так. А так, я и протоколы, и снимаю, и еще и смотрю, как наши борются. Представляешь? Отвлекайся. Два человека на одну камеру, что можно в колесо усадить. Нет, на полторы камеры. Да, на одну камеру. Резервная, резервная. Почему? Потому что бывает, что батарейка сейчас закончится, и все. Понимаете? Мы резервные камеры можно снять. Это своя уже резервная. Еще говорим, 100 килограмм борется итальянец и украинец. А кто выиграл, грузин или кубинец? У тебя не записано.